Чтобы ежедневный маршрут «Дом-школа-дом» был максимально безопасным, ребятам, впервые переступившим порог учебного заведения, необходимо постигать не только основные предметы, но и дорожную азбуку. У нас проводится сейчас большое областное мероприятие, называется «Внимание, дети». В рамках данного мероприятия включены, значит, во всех школах, во всех образовательных учреждениях дошкольного образования. У нас проводится сегодня в рамках единого дня безопасности мероприятие по дорожной безопасности. Праздник посвящения в пешеходы был организован на территории дошкольного отделения Видновской школы номер 9. Поэтому к первоклассникам с удовольствием присоединились и воспитанники детского сада, которые тоже очень хорошо знают правила безопасности. Когда я перехожу дорогу, нужно свой самокат взять в руки и перейти дорогу. Мероприятие прошло в игровой и познавательной форме. Мальчишки и девчонки с интересом обсуждали ситуации на проезжей части, отгадывали загадки про транспорт и дорожные знаки, а также получили много полезных советов. Если ты меня возьмешь вот так за ручку, я могу вот так ручку вверх поднять, и я вырвусь у тебя из ручки. Поэтому вот так держать пешехода за ручку нельзя. Нужно только вот так. Как рассказала педагог Видновской школы номер 9 Эльмира Сабирова, во время учебного года проводится много мероприятий по дорожной безопасности. У нас есть свой план, который, календарно-тематический, который приурочен именно к правилам дорожного движения, к безопасности, уроки безопасности. Так что у нас это все по плану стоит. В заключительной части мероприятия ребята пообещали соблюдать все правила дорожного движения и дали клятву юного пешехода. Ну и, как полагается, на празднике все получили подарки. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.